Есть такой часто задаваемый вопрос, почему пионы не цветут? На самом деле здесь есть ряд позиций, которые нужно оценить, да, те условия, которые им требуются. Первый момент – очень маленькая деревня. То есть вы ее только посадили и на следующий год хотите, чтобы у вас уже был большой, красивый, пышный куст. Но на самом деле пиону нужно время. Очень часто цветочные почки, которые даже уже есть на корневище, им нужно около 2 лет для того, чтобы полноценно сформироваться и дать полноценное хорошее цветение. То есть не торопите ваш пион, и через год-два он отблагодарит вас. Плюс есть еще ряд сортов, которые очень медленно нарастают. Это, как правило, относится к сложным ито-гибридам. Для того, чтобы вам дождаться полноценное цветение, нужно, чтобы прошло 3-4 года. От правильной посадки вообще очень многое зависит. Вот если вы берете в руки корневище, у вас есть такие жирные толстые почки и тоненькие худенькие. Тоненькие худенькие, из них потом разовьется листва, а толстые жирные – это, собственно, те, из которых потом будут формироваться цветки. Так вот, есть правило. Окончательная высота грунта над этими цветочными почками не должна быть больше, чем 5 сантиметров. То есть общее правило, вы располагаете цветочные почки так, чтобы от уровня земли оно было не ниже, чем 3 пальца. При заглублении, как правило, не хватает сил у этого побега выйти на поверхность земли, и поэтому он не цветет. При слишком высоком расположении есть опасность, что в какую-то суровую зиму, там или бесснежную, и мороз еще будет, что эти цветочные почки могут вымерзнуть. Несмотря на то, что многие пионы в меру тени выносливые, но по большому счету для формирования цветков, для формирования цветочных почек и полноценного цветения им нужно все же хорошо освещенное место. Поэтому если ваш пион находится в тени, все же лучше его пересадить в более светлое место для того, чтобы он все-таки цвел. У разных сортов есть совершенно различный характер нарастания куста. Так вот, если этот сорт нарастает, цветочные почки у него все время нарастают над прошлогодними корневищами, и получается, что он никуда не заглубляется. Но есть ряд сортов, которые формируют цветочные почки все ниже и ниже. И получается, что со временем он просто уходит в глубину. И потом мы теряем это правило 3 пальцев, и со временем он просто перестает цвести, хотя куст огромный, здоровый, очень много ботвы, а как бы толку в плане цветения никакого. Естественно, в таком случае необходимо выкопать и поделить. Поделить и пересадить заново с соответствующими правилами, нормами, 3 пальца, солнце и все в таком ключе. Пионы не требовательны к удобрениям. Как правило, в садах у нас вполне достаточно для них всего, и нет необходимости их очень сильно закармливать. Особенно это относится к азотным удобрениям. Нам нужно подкормить в первую очередь осенними удобрениями, там, где нету азота вообще. То есть это могут быть любые комплексные осенние удобрения, либо наша обычная зола, в которой всего этого хватает. Либо же очень хороший вариант — суперфосфат и калий-магнезия. Это 2 удобрения, достаточно доступных и которые совершенно замечательно работают. Ну, есть еще один момент, почему не цветут пионы. Это наличие различных почвенных вредителей, которые просто съедают цветочные почки. Но они вкуснее, поэтому первым делом едят их. Это могут быть различные личинки жуков-щелкунов, проволочники, так называемые, личинки майских жуков, медведки. И тут уже будет соответствующая борьба с ними для того, чтобы, скажем так, исключить их влияние на цветочные почки пионов.